участвовала, участие на двух курсах, на фронтенде и на дизайне. В общем, сначала было все классно, мне нравится. Смотрите на меня, так вот, смотри, они как-то... Потому что, как бы, просто я начала, может, напишу. После первых уроков мне было такое супер классно, и я хотела еще больше, больше. И, но до этого я работала. Но потом я поняла, что с работы я не смогу, и мне, конечно, просто, как бы, пожертвовать тем, что я сейчас занимаюсь, за того, чем я буду заниматься в будущем. Поэтому я решила больше углубиться в то, чем я хочу сейчас заниматься. Но некоторые моменты, конечно, с технической точки зрения, они мне мешали очень много. Но, как бы сказать, уже я не знаю. То есть ты отдала, скажем так, свою работу, пожертвовала для того, чтобы учиться? Да. Как ты себя сейчас чувствуешь? Ты чувствуешь, что у тебя уровень выше? Я чувствую, что у меня уровень выше, потому что, например, раньше у меня было немножко искаженное понимание, как дизайнера, как работать через мой программист. Я раньше думала, что программисту нужно большое оборудование, а дизайнеру эпоха для маленького ноутбучка. Сейчас у меня полностью все поменялось, потому что действительно дизайнер, это тот же самый разработчик, он думать не так красиво, а думать о том, что как тебе должно быть удобно. Он должен думать, что не то, как удобно будет пользоваться, а еще как удобно будет человеку, который его будет представить. Потому что я решила сделать вот такой проект, чтобы все потом или замучить этим же проектом. Еще потому что я больше такое вот, то, что я, наверное, делала всяких блоков, больше делала такого не буду. Потому что мне как дизайнеру было очень тяжело это все совместить, чтобы оно потом не ехало. Потому что других было классно, они сделали, но их сразу совместили, и у них все красиво. А я совместила, и у меня поехали. То есть я так подытожу. Ты, получается, сделала как дизайнер, продумала проект, а потом его сверстала. Я могу сказать, что я делала как дизайнер, именно с красивой точки зрения я подумала. А как дизайнер, который будет думать, как бы, из-за людей, которые этим пользуются, может, кому-то его делают, я не подумала об этом. Сейчас ты счастлива, что ты закончила курс и чувствуешь ты уже? Я сейчас закончила сразу два курса, действительно, потому что я, сэкономила себе много времени, потому что все равно я бы пошла бы на курс фронтенда дальше. И если ты считаешь, что мое преимущество, потому что буду это говорить, потому что я не верстаю, это я буду считать, что это сильно будет моим преимуществом на рынке, потому что, во-первых, сейчас действительно много людей, кто занимается дизайном, хотят в этом развиваться. Есть, может быть, два клана, люди, у которых есть вкус, и они делают очень красиво, что действительно ты смотришь, и тебе очень нравится. Да, но ты не очень вдумываешься в том, что за этим всем скрыто, да? И люди, которые действительно проектируют те же самые интерфейсы, которые задумываются о том, что как человек будем пользоваться. Потому что бывает настолько удобно, что ты действительно не замечаешь какой-нибудь цвет, как расположены элементы, потому что все настолько интуитивно, понятно и просто, что ты просто забываешь о наличии каких-то твоих препятствий в твоем действии. Поэтому, в принципе, я дальше надеюсь продолжать именно в проектировании приложений, как бы это была моя основная цель, потому что я все-таки считаю, что я математически что-то ума, и мне больше думать легче в блоках и структурах. Поэтому